Итак, приветствую, друзья и гости канала. Всем вам огромнейший привет. И знаете что? Я вот каждый четверг предпочитаю помыться в бане. И я приезжаю непонятно куда, точнее на дорогу Большой Ахун. И знаете что? Я вот сейчас вам хочу кое-что интересное показать. Потому что я ищу по-прежнему дом. Это был не фейк, это был не разворот. Это не было такого, что там я там себе там... Не знаю, там, хочу там себе что-то там себе, что-то себе какое-то привлечь в него внимание. Нет, нет, я реально себе поставил цель, хочу купить себе, точнее не себе, может быть себе, может быть родителям, ну дом, короче, хочу дом. Хочу нормально парковаться, хочу вот, не знаю, там, хочу рыбу пожарить, в конце концов, на улице. Но много чего хочу. Сейчас я вам покажу интересный вариант. Вот смотрите, я приехал на, вот сейчас дорога здесь, Большой Ахун. Вот здесь сверху находится озеро. Тоже предыдущий видеоролик посмотрите, все это я вам показал. Вот здесь, смотрите, заезд, да, вот если пока сосед поставил машинку. Ну вот смотрите, вот здесь я, например, заезжаю и спокойно могу, например, поставить здесь в том числе один автомобиль. Тут же можно поставить второй автомобиль. Третий автомобиль. И при желании можно, конечно же, здесь сделать в том числе и тот самый бассейн. Заборчик, все красиво, все аккуратно. Рядышком два дома. Один дом продан уже, как вы догадались. Рядышком есть многоквартирный дом. Здесь сразу же автобусная остановка. Все имеется. И дорога на Большой Ахун. В целом, да, здесь посадили даже какие-то туи. В целом, вот такого участка, в принципе, мне хватает. Я вам серьезно говорю. Вот такого участка мне объективно хватает. Да, может быть, хотелось бы и больше, но объективно хватает. Плюс, опять же, вот это мне нравится, что здесь удобный заезд. Удобно в том плане, что вот я себе поставил автомобиль, здесь, может быть, какой-то даже навесик можно сделать, как у соседей. И здесь можно все обыграть. В целом, я остался доволен. У соседей как раз сейчас делается ремонт. И давайте тоже посмотрим за домом, что же у нас такого здесь интересного происходит. Тоже можно как-то обыграть, можно что-то там посадить, кого-то посадить. Да, рядышком многоквартирный дом есть. Да ну и что? Я посмотрел, до него расстояние, в принципе, довольно-таки большое. Поэтому, в принципе, по барабану, если честно. Доехал я, например, от Курортного проспекта до сюда за 4 минуты. Это тоже большой, огромнейший плюс. Например, те же самые бани Ахун, куда мы с вами ходим, да, на барские бани. Там многие подписчики там мои были. Ехать гораздо дальше. Из этого тоже я для себя определенные выводы сделал. Площадь дома небольшая, 130 квадратных метров честными. Внизу у нас такая кухня-гостиная. Ценник, сразу говорю, 21,5 миллионов рублей, 21 500. Я считаю, это считается тоже один из самых таких вот малобюджетных домов, одна из самых низких цен. И вот здесь мы с вами видим, что есть у нас котел. Котел уже оформлен, газ тоже оформлен. В принципе, все здесь подключено. Тоже большой огромнейший плюс. Здесь мы видим с вами, что можно сделать санузел при желании. Ну и в целом я сейчас для себя ищу дом. Мне понимаю, что должна быть нормальная полноценная крыша. После того, как я съездил, еще раз, я теперь в каждом видеоролике буду пиарить Лазурный берег, посмотрел, что там происходит, бывает даже в дорогих домах с плоской крышей, я уже не хочу вот что-то себе такое подобное. Дом у нас на сваях, все нормально, все хорошо, строился с разрешением строительства, можно заехать делать ремонт, здесь уже электричество есть, вода здесь уже есть, в принципе, все, что нужно, здесь уже все есть. Единственное, чтобы я, наверное, все-таки здесь бы я сделал бассейн и вот с этой стороны сделал бы все-таки зону барбекю. Этот дом строился на продажу, как вы знаете, а вот рядышком домик строился для себя. А теперь задайте себе вопрос, какой вы домик выберете, который строился для себя или который строился на продажу? Высота потолков здесь 3,30, тоже большой огромнейший плюс. Соответственно, у нас лестница идет, как сказать, в две ступени, в два уровня. И вот на втором этаже это у нас классика, как говорится. Что такое классика? Это одна спальня, вторая спальня и, конечно же, третья спальня. Да, площадь дома небольшая. Ну, не знаю, я думаю, что обычной нормальной семье этого хватит за глаза. Соседский дом продан, соответственно, вы здесь... А что же здесь? А, что-то там они там высушивают, поэтому есть такой момент. Ну и такой
хорошее такое приватное тихое место. И в целом-то неплохо все. А, вот здесь даже видно у нас море. Это, да, сквозь. Ну, такой вот. Там, скажем, да, именно видно море. А, и с этой стороны тоже видно море. Вот. Здесь соседские дома строятся, может быть, видно на море у нас и пропадет, но вот здесь точно не пропадет. Ну, так, немножко, если нужно море видеть, конечно, морешко тоже можно посмотреть. Вот как бы так. На вопрос, Мацеста или Ахун? Нет, наверное, я бы все-таки Ахун выбрал бы сейчас по одной простой причине, потому что с Ахуна у нас прекрасная развязка, потому что ты за 4 минуты доезжаешь до съезда, ты попадаешь на дублер курортного проспекта, либо ты попадаешь у нас на курортный проспект. С аэропорта до этого дома я ехал 22 минуты, при условии, что я там в пробке постоял еще минут 8, я считаю, вполне себе интересный вариант. И цена более чем достойная. Посмотрите, да, качество дома хорошее, ни к чему не прикопаешься. Во всяком случае, здесь будут у нас где-то хай-теки непонятные. Я хай-тек себе точно не хочу. Ну и в то же время вот я не хочу вот такой дом с такой вот дешевой крышей. Или вот такой вот крышей с такими маленькими окнами. Это дом как бы золотая середина. Домик и смотрится современно. И площадь такая не совсем большая. Для любой среднестатистической семьи данный дом подойдет по всем параметрам. Я вам серьезно говорю, прям реально подойдет. Поэтому, ребята, если вдруг у кого-то есть огромное желание, и это тоже больше снимает даже в том числе и для родителей. Здесь, кстати, тоже хорошее место. Можно здесь придумать много чего. Хотя я, наверное, вот прямо здесь бы сделал санузел. Сейчас я покажу. Вот, прямо здесь бы сделал санузел бы и ерундой бы не страдал. И, а вот здесь все-таки сделал бы, вот с этой стороны, сделал больше вот зону кухни бы сделал. Ну, я серьезно говорю, вот здесь бы сделал зону кухни. Здесь бы все для этого есть. А здесь бы, может быть, сделал зону такой вот столовую. И вот гостиная, вот телевизор бы в ту сторону можно смотреть. Потому что, говорю, это большая площадь. Здесь можно и гардеробную, и санузел можно разместить. И, конечно же, можно стиральную машину тоже в том числе и разместить. В общем, вариантов для творчества хватает. Хороший, красивый домик. Давайте снаружи мы еще раз его посмотрим. Потому что хочется, чтобы дом радовал не только снаружи, но и внутри. Потому что, ну, вот эти дома, например, снаружи не радуют. А так вот дом, кстати, да, красивый, современный, с такой вот интересной крышей. Ну, классно, блин, а что еще нужно? Я считаю, очень хорошо все сделано. Хороший, нормальный такой как бы дом, я считаю, недорогой дом за нормальные, адекватные деньги. Здесь и магазинчик, все есть. Вот соседи уже доделывают у нас тот самый ремонт. Вот здесь то же самое, вытяжка сделана, уже подключена, видите, все здесь сделано как положено. Газ уже есть, тоже бывает очень редко, когда газ заведен. И нормальный, адекватный ценник, 20 500. Вот она здесь сразу же автобусная остановка. Ну и в целом, конечно же, есть, в отличие от соседа, здесь прям реально место для парковки предостаточно. Автоматические ворота. Можно тоже там как-то еще сильнее там все это себе сделать. Да, есть моменты, которые нужно там прибраться, убраться и так далее. Красивенький забор. Ну, круто все. Ну, что еще? В целом, за эти деньги хороший вариант. Все, что нужно, все здесь имеется. И сейчас я для интереса поеду в прекрасный город Сочи. И мы посмотрим, сколько по времени займет та самая дорога. Ладно, ребят, на этом прощаюсь. Всем добра и пока.